Давно ли вам приходилось тщательно рассматривать линии на ладони, морщину у глаз или собственную пятку? Если это и может показаться неувлекательным, то только до похода на выставку художницы-концептуалиста, фотографа Юлии Бештанко. Загадочная красота таких знакомых уголков человеческого тела захватывает с первых минут, а наблюдательность автора вызывает настоящую зависть. Мы назвали выставку «Протогея», и Юля сразу с этим согласилась, потому что «Протогея» — это первая земля, это понятие Лейбница. Я думаю, что выставка достаточно концептуальна, интеллектуальна, чтобы мы могли упомянуть именно Лейбница, Делеза, Свифта. Вот эта вот концепция Лейбница, когда он говорит, что в любой вещи все возможные вещи. Вот это Юля очень хорошо чувствует. Это универсальность материи, когда в песчинке Вселенная, во Вселенной вот эта песчинка изоморфно растворена. Это ей очень близко. На снимках запечатлены фрагменты самой Юлии, а также родственников, друзей, коллег. Кстати, в большинстве случаев модели не узнают себя на фотографиях. Ну, конечно, я прошу, чтобы там моргнули так, сделали так, морщинку там сложили по-другому. Ну, в основном я пытаюсь это словить на натуре. Делать много кадров, и тогда уже композиционно выбираю, как повернуть фотографию, как ее отредактировать, то здесь, конечно, вступает как бы в роль художника, и он уже как бы редактирует фотографию, ее обрезает и потом экспонирует. Сказать, что это макросъемка, можно только технически. Границы целого, фрагмент которого пока с макросъемкой, непредставимая. Перед нами не часть какого-то тела, а ландшафт бесконечного мирового тела. Это мы меняем масштаб смотрения, мы оптику нашу меняем, а оно-то так остается великим, бесконечным, растирающимся во все стороны. Поэтому технически, да, макросъемка, но концептуально это философия. Экспозиция, состоящая также из авторских книг, видео-арта с пометой 18+, пройдет в выставочном зале Союза художников до 28 сентября.